Так, здравствуйте. Так, пока стрим начинается, надо заняться рутинкой. То есть создать коробочки, вот это вот все, все, что мы любим. Так, чтобы сделать коробочки, надо зайти к себе на каналчик. Вай. Дальтаблся, блин. Так, сейчас коробочки. Discovery Box на 2 часа. Так, на 100 на 100 ляксира. Коробки скользят, то что Sunlight, да. В этот раз мы точно закрываемся. Так что это... Так, зафоловить надо и... Да. Каспел. Не нужно мне ничего. Я не жадный. Так, 2 часа. 2 часа я постримлю. Это будет у меня 10, окей. Так, это первая коробочка. И для наших любимых телезрителей регулярных. Да, я буду как этот, как Кобзон. Буду как Кобзон, короче, разваливать. Так, ну тоже 100 эликсира. Для своих пацанов. Посмотреть 30 минут. О, это откуда такой мечик? Спасибо, Джокер Лайт. Откуда такой мечукан? Так, 30 минут. Multiple entry. За 1 час. А, нет, давайте 2 часа тоже. Мне лениво сегодня будет отвлекаться от этого безобразия. А сколько я коробок поставил? Fucking hell, забыл. Черт. Ну, давайте 2 коробки. По сотенке надо посмотреть 30 минут, будет длиться 2 часа. И через 2 часа мы стрим где-то закончим. Так. Create and start. 2 hours later. Все. Treasure box generating. Treasure box created. Окей. Так, хорошо. А еще ракетку запустить. Ох, сколько дел. Так, где моя ракетка? Так, ага. Ага. Блин, ладно, еще он фаер себе кастану, потому что он мне скоро протухнет. А это я буду долго выбирать. Так, ну что, все, я все настроил. Я молодец. Я даже забыл, где я остановился. Я 1.5 недели не играл в Elden Ring. Не больно-то и хотелось. Так. А, мне тут... ничего себе, а как? А чё, а где? Интересно. Интересно. А, я вспомнил. Это я мне сюда было. Все, я вспомнил. Мне сюда на это. На эту штуку пока. Оу. Оу, на эту штуку показывала рука. Э, демон. Тут, кстати, дырка была.
А в эту дырку, наверное, с какой-то другой стороны можно попасть. Слазим в это здание. Здесь что-то должно быть. Ай-яй-яй. Хорошо. Так, у меня 800. Здорово, Болвин. Так, сейчас, подождите. Я все правильно в коробке сделал. Возможно. Как же я буду фармить-то? Во, значит, все правильно. Молодцы. Жамкайте в коробочку. Да, просто зафоловить дядю Мишу. Все правильно делаете. На Церберис Сфинксе застрял. А у меня такого не было. По-моему. Или это в данжене. Или это не обязательный. Где Цербер Сфинкс. Что-то не помню такого. Ну и раз я вот сюда забежал, здесь должно было что-то быть, но тут ничего нет. Взрыв дыра. В самом начале Цербер. Блин, не помню уже. У меня очень медленно, конечно, Elden Ring идет. Как я и предрекал, и в Elden Ring я буду весь год играть, весь год его проходить. С необходимыми перерывами. Мужчины. Да блин, а вот почему-то он нормально следит. Окей. А, вот зачем я сюда приходил. Дроинут. Осколок. О, мать твою женщину. Розочки, это мне, спасибо. Как мило. Чё-то нихера. А, все, я понял, я здесь был. И мне вообще сюда не надо. Вот эту статую я видел, по-моему, да? Я же ее трогал. Да? Да, эту статую я уже трогал. И вот я ходил туда. Видимо, придется
где-то искать эту карту, а где искать карту, я хз. Пока непонятно. Ладно. А, вот еще, кстати, тут что-то происходит, но я же не знаю, что здесь происходит. Ну, видимо, развернемся. И народ манку сливает. Хорошо. Возможно, стримы будут более регулярные, чем я рассчитывал. Вроде как с ребенком. Вроде как с ребенком разобрались, что делать. Вроде как жена меня отпускает пару часиков вечером поиграть. Что прям неплохо. За что я очень сильно благодарен. Надо, чтобы орало. Не, енот. Я люблю, чтобы тихенько, все так спокойненько. Маночка, орать должны донаты. И сабы, скажем так. Да, назвали сына мы Иван назвали. В целом этот вариант был у нас с самого начала. Были мысли назвать его Александром, но в итоге Иван победил. О, fucking hell, ты кто? А, понятно. Твою мать, ты чё? Ты чё, дед? Ничего себе, вот этот сюрприз. Ничего себе, он нормально так. Закликал. Не, это не стартовая бронька. Это я тут это уже недавно ее поэта полутал. Вот ты смеешься с самого начала, сейчас первый ребенка, но в целом, возможно, это так и было. Дров не лежу. Я тоже долго не менял броню, по-моему. Хотя зависит от того, кем ты начал. Согревающий камень. Часи. Какой стартовый у тебя был комплект? От этого зависит. Я что-то быстро, по-моему. То есть не быстро, но там типа через пару-тройку вечеров я уже нашел себе что-то получше. Не то чтобы я искал, но просто я смотрю статы, типа. В целом, если синего больше, чем красного, я его напяливаю. Я не занимаюсь там по пиксельным сравнениям. И если выглядит красиво, то вообще зашибись. Привет, Роберт. Ух, ебать. Ух, здорово. Боже, ему больно. А ты пробовал так как клавиатуру? Головой.
как я. Эликсирчики, спасибо. Прям сегодня не вечер, а это сборище эликсиров. Блин, забыл, что я тут подобрал. Еще что я здесь забыл, кстати. Вот доната у нее. Енот, вот тут ты прав. Вот тут надо это немного фиксить. Мне лениво. Здесь опасные болверин враги для меня, те, кто быстро двигаются. Если этот вот этот мудак со здоровой штукой, то он, скорее всего, медленный. Ай-яй-яй-яй-яй. Господи. Чтоб я так парковался. Кушаем. Это, конечно, неуклюже, но это работает. Ай-яй-яй. Да, надо все-таки на эликсир сменить хотя бы звук. Сейчас займемся, подождите. По просьбе енота поставим какой-нибудь более-менее нейтральный звук. О, перчатки солдата Лендейла. Хорошо. Джек за коробками пришел. А как тебя вчера прокатили-то с коробками вообще, Джек, а? Так, сейчас, подождите. Стрим настроек. Сейчас альтабнусь. Так, альтабнусь. Это был жест благородной воли, я так понял, да? Так, Ботрикс. Ботрикс. Возьму из базовых звуков, ну, чтобы хотя бы мана и эликсир отличался. Так, алертс. Так, сабскрайберс у меня что? Похоже. Так, ладно, gift sub, что-то есть, followers, rate, тип. Какой тип? А что такое тип? Здесь есть типсы с баксами? Что? А. А, донат через Ботрикс. Окей. Господи. Сейчас, подождите, сейчас я вам экран включу. Ну-ка, сейчас будем выбирать. Let's do this. No. Все, я все выбрал. Мы дальше даже не будем смотреть. Все. И вот это вот она. Все, ну а как вообще без вариантов? Все, разрешаю эту мразоту постить бесконечно.
Так, куда нам ехать? Куда-то дальше. Боже. Каев, спасибо. Опа-па. Все, енот недоволен. У меня экспресс настройки вообще. Это мой стрим. Вот иди к себе на стрим и там его настраивай. Ох, ебать. О, он своего ударил. Нормально. Так, что это? Флакон. Спасибо. Очень полезно. Так, а здесь, скорее всего, это херобора лежит. Узри жизнь. Е, золотое семечко. Так, и где я? Во, я нашел карту. Кстати, вот карта. О, no. Найдена карта. Карта, Билли, карта. Так, а вот здесь карту я не нашел. Она где-то вот здесь, скорее всего. Надо просто тупо по дороге скакать. О, боже. Спасибо. О, no. Кайф же. Ничего, еноту не нравится. Еноту все не нравится. Была бы возможность выставлять громкость в зависимости от размера доната. Вот это было бы... О, а это что такое? Это было бы прям неплохо. Угу. Что я думаю над тем покупкой обнимашками Эйдоса? А очень, очень странно, почему так дешево? Неужели за 3 студии заплатили там всего 300 лямов? Ну, правда, одна студия занималась чисто мобильными проектами, но вторая это извините, это наш любимый I Never Asked For This и любимая Лара Крофт. А чё так мало-то? То есть это первая мысль. Но возможно мы чего-то не понимаем. Тот же Saber Embracer купил тупо в 2 раза дороже, чем вот чем 3 студии. Либо у них там дела не очень хорошо.
Бабки бесполезные вообще. Да, лучше бы они эликсиром... Эликсиром расплатились. Не хватает. Сидит тут, пилит дед вообще. Не будет таких новостей, не лезь же. Так, купить. Оу, накидка дерева. О, треугольный щит скорпиона вообще охранительно выглядит. Вы посмотрите на эту красоту. Так, а сколько у меня? А, не хватает 4000. Так, а, возможно, у меня есть такое. Возможно, и нет. 6. Не, нету. Надо где-то фармить. А чё, куда? Ну ладно. Спасибо. Золотая стрела. Друг индейца. Так, а здесь я, возможно, сейчас наебнусь. Наебнемся? Да. Осторожно, зловещее создание, что? О-о-о-о! Вот эта штука. Ох ты ж, мать твою. Накашлял тут. Ладно, нормально накашлял. Мне тут слышится или кто-то действительно тут кашлял? А, это они такие? Бляха-муха, что это? О, сопли какие-то. Значит, 2000. Вот кто-то ману копит, а кто-то, блин, души копит тут. Тушканчики. Золотой подсолнух. Так, он там может... Вай-вай-вай. Так, ну ладно. О, я вижу. А давайте вот с этими двумя подеремся. Делаем вот так. Бляха-муха. Меня обгадил моментально вообще. Фу.
Вот это было желание изи вообще. А подождите, а это же паралич, нет? Это же паралич. О, нормал, да? Еще штука осталась. Это что такое? О, нормал. Вот как это выглядит. Господи. Блин, теперь опять вниз. И подбирать там это говно. Да, это похоже на проклятие, которое... В Dark Souls, которые лягушки с этими... С большими губами, надувающимися, выплевывали. Ладно, пойдем просто уже. Сдадимся. О, березки. Какая милота. Надо попротив кафарм коробки. Пойду спать, с тем идет. А это не работает. Здесь от этого защита есть. Если ты не активный в чате. Если ты не активный в чате. Они об этом подумали, к сожалению, для вас. Надо, то есть нельзя просто так на трову что-то фармить, ничего не делая. Тебе нужно что-то нажимать, ну, короче, быть активным, активным перцем. Обидно, но это так. Давайте вот сюда проскачем. О-оу. Блин, карта не работает. Но я это не проверял. Ну, по крайней мере, народ обычно... Про это пишет. А что мне тут делать? А чё это не резается постоянно? Может, эту штуку сначала надо убить? Похоже, что да. А, ну вот. Все оказалось очень просто. А я тупой. Стример, бать, естественно. Думаете, для чего стример? Для ваших коробок? Че, деньги девать некуда? О,
блин, там опять этот тошнотик. А, этот нет, этого не тошнит. А, пока не тошнит. Ладно, стошнило. Какая-то лилия Микеллы. Вы за эти коробки платите? Да. Чтобы выставить эту коробку на 100 эликсира. 100 эликсира, Болверин, это 1 бакс, по сути. Да, плачу. Но также ты эликсир можешь заработать на других стримах. Или выполняя всякие там, не знаю, квесты тоже. В основном народ их фармит на стримах. Я просто добираю фолловеров. А что с ним потом делать, не знаю. Есть два типа коробок. Одна глобальная коробка, которая участвует в общем рейтинге. И одна, которая... О, какая красота. Одна, которая локальная. Книжечка. Косните с трех фантомных эмблем. Загадка миража. Окей. Боже, зачем? Так, а где я? Кстати, это на загадку посмотреть. Раз уж она есть, почему бы не посмотреть? Она, наверное... Нет, не здесь. Вот она. Изучить. Сейчас придется сфотографировать, наверное. Так, коснитесь трех обелисков. Ага, вижу ориентир. Башня. Башня чуть левее башни. И... Так, вот башня. Чуть левее, где-то вот здесь вот. Еще. И еще где-то вот тут. Ну-ка. Да, похоже на правду. Нет, только там я ошибся. Первая, вторая кость. Где-то вот тут. И вот тут, ладно. Я по сюжету, но если я найду где-нибудь сраного... А, там я коснулся, да? Да, там я коснулся. А, и еще один... По сюжету я пока просто по открытому миру шастаю, ищу где-нибудь, кому морду набить. И вот всякой херней занимаюсь. Кабанятина. А здесь же я был. Уже подожженное говно. И где-то... не понял. Вот. Ай-яй-яй. Где-то вот тут? Нет? Странно. Не здесь.
Че тут камень светится? Это... А, вот оно. Вот он. Ну окей, я коснулся трех фантомов. И че? Че произошло? Самое удивительное, что нихера не произошло. А, загадка сочи башни, блестящий коней, который исчезнет, словно мираж. И меня назад к башне? Наверное. Открыться должен вход в башню. Сейчас найдем. Ой-ой-ой, не хочу. Не хочу. А, вон башня, да? Окей. А, ну вот. А, нет, на самом деле башня даже просто появилась. Ее здесь не было вообще. Миражная башня. Группа Мираж. Музыка на ЭС. Вероятно, вверх. Связала. Тайною на АА шестала. Нет настройки, чтобы в чате остался только текст. Я знаю, что можно отключить алерты о мане в чате. В настройках. Ну, в смысле, у каждого это индивидуальное дерьмо. А нельзя насчет эликсира, не уверен. Боже, тут все в кровяке. Что происходит? Ой, смотрите, мне письмо надо прочитать. Так. А, окей, все хорошо. Это не кровяка? В смысле не кровяка? Вон кровяки сколько. Вон коснуться пятна крови. Что я красную кровь на красном ков... Ой, спящее яйцо. Красную кровь на красном ковре не могу заметить. Тут явно... А, нет. Невидимый клинок. Невидимая форма. Че? Я, кстати, этим дерьмом вообще пользоваться не умею. Ну, то есть, типа, магией вообще не разбирался, как ей пользоваться. Все вот это вот не для меня. А, нужна мудрость, а понятно, потому что я тупой. Мне нужна мудрость. На все эти спеллы нужно качать мудрость. То, что я вообще не качаю. Понятно, почему я не разбираюсь. 16-12, а у меня характеристика вообще. Типа мудрость у меня. Где вообще? 10. Ну, типа 2 единицы мудрости можно прокачать, но чтобы какую-нибудь херню пихать. Не. 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 Абсолютно not interested. Так. Так, и явно, когда буду спускаться. Башня, кстати, абсолютно типовая. Я уже на 4-ю такую дурацкую башню залезал. Абсолютно ленивое вообще натыкивание одинаковых предметов. Короче, сила, выносливость
и жизненная сила. Вот это все. Это три характеристики, которые Dark Souls играю одинаково. Так. Угу. Ага. А, понятно. Абсолютно не Леджо. Ничего себе, не Леджо, ты аватарку поставил? Ничего себе, что случилось? В лесу кто-то сдох. That's my boy. Мне вот сюда. Или сюда. А, стоп, нет, я отсюда пришел. А, нет, не сюда. Эти здесь тошнотики. Спасибо за манку. Может быть, кстати, на этой неделе мы на ракету соберем. Что было бы очень неплохо. А что здесь происходит вообще? Что там? Кто-то кого-то это... У них там свои разборки вообще. Ну и спасибо. Грозовой цветок. Так, а если я... Сука. Отстань. 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 О. Нормалды. Спокойной ночи. Спасибо, что зашел, Болдуин. Так. О, деревяшка. Хорошо, пойдем к ней. Похоже, какое-то дерево. Я босса какого-нибудь сегодня хочу убить. Хотя бы даже с раненького. Ой, мать твою. Что это? А это здоровый чихальщик. О, норм. Не, фризит не Леджио тут периодически и постоянно. С этим ты ничего не сделаешь. Игра вышла уже 2 месяца назад, ее никак пофиксить на ПК не могут. В целом ничего нового. Ой, он проснулся. О-о-о-о. О-о-о. А это, кстати, босс. Червемордый. Блин, а я забыл, кстати, сохраниться в ближайшем орешнике. Ладно, видимо, его надо на лошади валить.
Куда он полез? Ладно. Не страшно. Он уже стража. Хорошо, потом посмотрим. Да, енот все так именно и работает. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Блин, еще и мелкий прибежал. Чертилы, блин. Fucking hell. Но раз у тебя же есть подписка платная на канал, ты можешь переключиться на 1080p+, и это будет 2К. Так что тебе не надо переживать. Ага, окей. А, нет, я нормально, все. Короче, это какая-то странная... Кстати, вон она, да. Давайте разберемся. Это типа, это тоже 1080? Серьезно, что ли? Я думал, он сохраняет оригинально. Надо проверить. Сейчас проверю. Спасибо, енот, что сказал. Сейчас придется альтабаться. Ну-ка. Это интересно с точки зрения науки. Значит, они еще и источник перекодируют. Ну, вообще... Так, хорошо, сейчас проверим. Так. 1080 это у нас 4800. 1080p+. А! Действительно. А точно? Сейчас подожди, если развернуть. Да, действительно. Они все равно перекодируют даже источник. Я почему-то грешным делом думал, что... что... 1080p+, это будет давать оригинальный поток. Но я ошибался. Это отвратительно. Это плохо. Но я могу объяснить, почему я в 2К стримлю, потому что OBS, если ты начинаешь, я хочу просто локальную копию в 2К сохранять, чтобы на YouTube ее заливать. А если ты начинаешь в OBS ресайзить... дополнительно еще для того, чтобы стримить в 1080, а сохранять в 2К, он, короче, там дополнительные ресурсы жрет. И это плохо. На играх, которые слишком требовательные к FPS-ам, это немножко сжирает вообще производительность.
То есть это мои личные за... Это мои личные заморочки. Fucking hell. Твою мать. Ладно, полечимся. Отваливаем. В общем, если успевать на первые полчаса стрима и не обливать страницу, стрим будет в 2К. Окей. Хорош. Блин, как этого босса вообще без коня убивать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аллилуйя. Короче, без коняшки вообще невозможно. Так, а куда я шел? Я забыл, где я его пытался найти вообще. А, окей, я понял. Где я его бил-то? Где-то здесь? Да, где-то здесь. Да ёб твою мать. Вот. Ну вот с этого босса какое-то говно упало. Я не знаю, для чего оно. Но убил и убил. А, здесь я был. Что с этим деревом делать? Ну, типа, вот здесь стоит огромное дерево. И чё? Кто по лору босс? Бунша наш. Бунша босс. Как его там звали? Бунша. Председатель домкома? Блин, я не помню. Енот, помогай. На цитаты. Это из бриллиантовой руки. Ой, подожди, из бриллиантовой руки? Или нет, это приключение Шурика. На Бунша нашего похож. Это была там фраза. Иван Васильевич меняет профессию, по-моему. Ну здесь понятно. Я, короче, я здесь заплутал. Я хочу нормального босса, а не вот это вот говно. Дайте мне Datsun Toyota, нормального босса.
Короче, енот, ты открыл мне глаза. Я-то думал, что есть какой-то смысл вообще в платной подписке второго уровня, что типа смотреть неперекодированный поток. А они, скотины, его все равно перекодируют. Ну как так-то? О, мать твою. Так, подождите. То есть, в целом, если хочешь поддержать автора, подписывайся тупенько на первый уровень. И вообще эконом себе деньги. Автору приятно, а тебе тоже приятно. О, еще одно золотое семечко. Нормалды. Так, хорошо. И че? О, тут какая-то это... деревушка. Угу. Грустная женщина. Ладно, дальше пешком пойдем. Так, так. Баба с вилами. Ну, это то примерно, чего я ожидал от этой игры. Хорошо. О, венок. Палкой бить крапиву. Это же была бы идеальная игра вообще. Ой. А где он? Думал, сбежишь от меня. Прокровительство дерева Эрд. А что мне с этим вообще делать? Три, кстати, золотого семечка. Вера 35 вообще. Господи. Тут вообще возможно ли играть таким, типа, гибридным классом? Или нет? Потому что в целом, если хочешь пулять заклинаниями, то тебе надо пулять заклинаниями и качаться только в магию. А если хочешь махать дубиной, то тебе нужно только силу, там, ловкость поднимать. И это отвратительно. Но может быть на каком-нибудь NG+. Хочешь пулять заклинаниями, енот, покупай тогда Жолден Ринг. Для этого есть срова, а для всего остального есть мастер-карт. Или уже нет мастер-карда? Спасибо. Сколько там набралось на ракету? Енот, жамкни, пожалуйста. Все, у меня, правда, есть еще пока шаровые ракеты.
еще две, по-моему, у меня ракеты есть. Набралось 4К, окей. Хорошо. Надо, кстати, наверное, за stay safe. Только не только зафоловить на канал, но еще к стану stay safe, чтобы хотя бы немножко манки собирать. Но это я. Это я еще буду учиться это делать. Пока я еще не умею клянчить у людей манку. Нет, нет, не сдирай с меня кожу. Боже. О, боже, какая крепатура. Но я тут народный бабский праздник прервал. Боже, а у них радость. А тут я. Венки, вот это все. Я. Боже. О, началось. В колхозе утро. Твою мать. Это как пингвины из Battlefield, блин. Японский господь. Ай! Твою мать, ну я хоть умер рядом с этой. Кстати, минус 18 тысяч. Минус 18 тысяч. Вернуть ровно. Блин, это опять это унижение терпеть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. А чё у них, кстати, красные глаза? Были же белые. Что с того, что я тут умер? Жестикулирование сейчас не помешает. А, в смысле с ними потанцевать. Они, кстати, если их не трогать, они меня не трогают. Ну и нормально. Не больно-то и хотелось. Или трогают? Нет, не трогают. Конечно, зассал. Ты видел этих бабок? Енот. Так, эти меня не засекли, не засекли. А чё я сюда пришел вообще? Тут же ничего нет.
Fucking hell. Не страшно. Жесть. Ничего нет. Целая руническая дуга, кстати. Это же руническая дуга. Ну ладно, давайте помашемся с бабками, но сделаем это культурно. Я этих бабок посвящаю еноту. Изич. О, с них, кстати, упало праздничное одеяние, такая же, как... И праздничный капюшон. Но это явно кастерское дерьмо. Я его носить не буду, но... Если что, можно стать бабкой. Как там собачки? Пишет, впереди невидимый человек, что? Светостойкая. Печень? Каменная астролябия. Что ты несешь? Ничего. Ну вот локация мне нравится. Сумасшедшие бабки чаще надо. Что тебе еще надо? Впереди материал. Перо штурмового ястреба. Хе-хе-хе, ну, хороший анекдот.
Ой-ой-ой. Опять, Семен, у тебя все по плану? Куда ты выводишь звук со своей карты захвата? В ОБС? Там, когда вставляешь штуку? Когда вставляешь источник карты захвата, вот этот звук я и слушаю. Играю я на мониторе, а звук через ОБС слушаю. Ну или там через программу, которая... Если не нужно ОБС запускать, через программу, которая дается. А зачем наушники дополнительно выводить? Есть небольшая рассинхронизация, конечно, но она еле заметная. Ну, типа, вот как... Даже меньше, чем на Bluetooth наушниках она есть. А, кстати, когда вставляешь источники, хотел сказать, в ОБС карты захвата, то выключаешь там буферизацию, иначе у тебя будет совершенно большой дикий лаг и рассинхрон со звуком. И с картинкой. Ну, можно делать 500 способами, мне это не нужно. То есть тебе может там в куче гайдов написать всякие странные вещи. Оверинжиниринг — это, конечно, хорошо, но это плохо. Так, подождите. О, это босс. Почти. Твою мать. Ну да, это босс. Так, валим. Чё это он? За вертолетик пускает. Ого. Нормалды. Ты что делаешь вообще? А как ты так? Как он так вообще смог-то? Господи. Что это за колбасятина? Да не страшно. Да очень-то их боялся. Короче, Семен, ты не можешь поглотить безумное количество теории, пока ты не начнешь что-то делать. У тебя все, сначала все будет плохо. Потом ты, главное, осознаешь, что у тебя плохо, и начинаешь искать причину, почему у тебя все плохо. Сразу же у тебя ничего не получится. Правильно. Поэтому маленькими итерациями, шажками, лет через 8... это бросишь. Так, здесь ни черта нету. Так, я забыл, наверное, мне надо бы потратиться. Захватываешь отдельный звук Дискорда. Зачем? Зачем захватывать отдельно звук Дискорда? Так, 52, 53. Так, у меня есть только Discord, то есть ABS захватывает по умолчанию звук, звук десктопа. Discord выводит звук на десктоп. Зачем мне его разделять?
Не совсем понимаю. Некоторые люди наоборот выводят звук Дискорда с помощью какого-нибудь банана войсметра в другую дорожку, чтобы его наоборот Дискорд не захватывал. Но это совсем замороченные люди. Не знаю зачем. Если с кем-то играешь, вот ты с ними и играй. Если тебе нужно замьютить людей, которые говорят в Дискорде временно, чтобы с чатом пообщаться, вешай это выключение звука в Дискорде на хоткей. Я в Дискорде на хоткей поставил выключение. Странно, мне показалось, сейчас здесь кто-то. Но я же всех убил. А, нет, я же не всех убил. Короче, поставил на выключение именно Дискорда, чтобы... микрофона в Дискорде, чтобы когда я хочу что-то с кем-то в чате поздороваться, и то, что не касается людей, с которыми я играю в данный момент. И, собственно, все. Все, премудрость. Чего там все руку грызет? Золотой светлячок. Ох. Так, ладно. По-моему, я в этот весь кусок исследовал. А вот что я не исследовал? Так вот мне, наверное, надо бы по вот этой тропинке пробежаться и вот сюда сбегать. Да, прежде чем идти сюда... Наверное, бы лучше всего, конечно, да, вот так. Давайте поставим сюда метку. Где она? Все, погнали. Стоп, а это что за дорога? А, окей. Мне вот сюда и надо, нет? А, можно, кстати, вот еще сюда скататься. Здесь посмотреть, что есть у этой мельницы. А, ну тут есть мои старые знакомые. Ого. Знакомый-то старый, но и я не молодой. У меня ботекс только бот. Для трова достаточно одного ботекса. Алерты. Вот это все. Кое-что может Streamlabs, кое-что может Donation Alerts. Вот чат, например, у меня Donation Alerts выводится. Мне он привычнее. Хотя можно и ботексом. Чат на экран, который. Мне просто не нравится, что ботекс он немножко недопиленный. Мне нужно, чтобы сообщения появлялись сверху. И они уходили. И следующее сообщение появлялось вниз. А у него все это наоборот. И поменять там пока нет. Ну, когда это появится, тогда поменяю. В целом ботекса хватает на 99%. Задач.
Так, что тут еще? Ах, вот что тут еще. Так, ну здесь я все посмотрел, да? Можно еще вот сюда сходить. Угу. Ой, там опять бабки пляшут. Господи. Ну нормально. Веселуха. Ох, ебать. О, нормально он так мне решил половину проблем. Жух. Так. Ну, давай. Они друг друга не дамажат. Ладно. Вау, вот это неплохо. Целый сет. Парные клинки рыцаря. Ну-ка. Это я, пожалуй, посмотрю. А, ну это легкое говно. Но в целом оно неплохое против магии. Да-да-да, это, короче, магское дерьмо. Да, всех победил лорд. Даже свою жадность. Сейчас, секундочку. Возможно, мне надо минут на 10 прерваться, там к маме позвонить. Так, сейчас, секундочку. Возможно, сейчас отойду, сейчас вернусь. Если не вернусь, меня 10 минут не будет. Надо маме позвонить, внука показать. Маме моей, в смысле.
Не, спит козявка. Спит козявка, сеанс с бабушкой отменяется. Куда мне? Сюда, наверное. Дайте мне сегодня нормального босса убить. От такого, чтобы у меня прям яйца в кулак. Сжались. А то что это все? Все это остальное фигня какая-то вообще. World боссы здесь, конечно, сосушные. Прям сосуха. О. Даже больше по жопе какая-нибудь крыса дает, чем эти боссы. Так. Кто-то там стоит. Так, а где я? А, стоп, почему у меня бой? Ладно, нормально. Ебать, рано слез. Получай. Мега мразь. Что еще тут? Это херня вообще. Вот, ну, за весь вечер я не сделал абсолютно ничего. Сколько же здесь, конечно, бесполезного говна в этой игре. Ну, абсолютно. Какое-то просто наебалово. Абсолютно. Можно 2 часа шароебиться и ничего не сделать. Для кого это сделано? Кто это вообще? Как это вообще? Стоит какой-то хмырь на холме. Ого. Ладно. Нормально. Ну, давай уже умри. Надоел. А, ну это сет какой-то, кстати. Ну, это боевого мага. Кому это нахер надо вообще? Стоит, понимаешь, боевой маг. Не, ну понятно, что спидрайнером. Я в смысле, зачем они вообще сделали, блин, open world-овскую игру бесконечно абсолютно? Сколько здесь часов на нее можно потратить? Дед бухтит по-дедовски. Мне больше нравилось Dark Souls, когда вот у тебя игра, по сути, ну, практически линейная. И нету вот этого вот провисания, что ты на сраной лошадке должен там 2 часа скакать, лениво пяткой убивая вот на всяких вот таких вот хмарей. Вот, блин, еще и с лошади лениво сползать. А что это за повязка аристократа? Вот это интересно. И куда она одевается, это... Что это было, повязка аристократа?
А, это вот это. Окей. Там какой-то хмырь стоит. Так, стоп, подождите. Вот тут написано. Требуется ягоди, господи. Это NPC. Он не лочится. Я, сука, подсолнух. Боже. И он еще ничего не рассказывает. Ну и ладно. От сердца к солнцу. С маской из драконьей раны. Боже. Он показывает на дерево? Или на вон тот баннер? Кстати, вон там что-то есть. Можно спуститься как-то безболезненно. Да. О, я не зря путился. $26,000. А, да, я же это убил босса. 5-4. Получу ловкость. О, караван. Неплохо. Ладно, с караваном мы справимся. Там обычно оружие какое-нибудь лежит. И люли. Ай, блин, это вниз. Fucking hell, ну ладно. Лес. А, ну не зря пришел, получается. Золотая маска. Поев. Оно, кстати, ну так. Боже. Ну, конечно, срань, конечно, господня, но... Ну, так забавно. Так, а здесь есть что-нибудь в этом? А, нет, здесь ни черта нет, здесь я был. Ладно, телепортнемся сюда и пойдем уже по-человечески. Пойдем месить вот этих моих.
Блин, а это какой-то прям элитный вообще этот. А, не так-то страшно. Они все сосушные. Сейчас вот с этим придется повозиться. Нормально его загандошил. Так, ну телега-то юмора все еще катится. Блин, высот так много. Абсолютно отвратительно. Блин, они уже... Я пока, короче, они катятся... А могу я просто спиздить у них из сумки вот это все, что мне надо? А, кстати, да. Их можно не убивать вообще. Большая звезда. Хорошо. Вот этого я не знал. Что можно просто у них с катящейся телеги украсть все, что мне надо. Окей, мне надо дальше просто по дороге скатиться. Убивать мне их не обязательно. Ну вообще. Так, тут, кстати, я вижу эту штучку. Значит, где-то есть что-то. Значит, рядом есть возможность подохнуть. Блин, ну понятно, почему подохнуть. Тут собак. Собак нерезанных. И кто там хрюкает? Ай, нет, 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 что есть? Твою мать.
Блин, это ж мне... Fucking hell. Так, и где? На, вот они где. Блин, это вообще отвратительно. Так, и где оно? Надеюсь, оно на краю обрыва лежит. А почему не сработала вот эта штука? А, ну вот, да, на краю. Вау. Какая-то штука. Ладно, давай сначала собачку убьем. Давайте собачек убьем. А там что-то, какая-то хмырятина. Большая красная сопля. И много мелких, менее красных. Понятно. Ох, я их буду долго ковырять, конечно. Не, ну это... Да блин, вот я вот не успеваю этот момент, они... Что, следишь? Следишь сразу за несколькими? Возможно, есть более приятное оружие. О, господи. А оно что-то совсем какое-то. Я нашел у него дырку. А, нет, вот, надо было чуть левее встать. А, ну, в смысле, он уже мертвый. Впереди слабый враг. И все это ради золотой руны 5. Спасибо, блядь. Ну ладно, еще священный бубон. Так, ладно. Так, я, похоже, добрался. Похоже, добрался. Скоро, кстати, минут через 10... Впереди сундук с сокровищами отсутствует. Минут через 10 вроде как будут разыгрываться наши любимые кейсики. То, ради чего вы сюда вообще и собрались. Не Elden Ring слушать. Змея или дракон? Вулкан Гельмир.
АИФ. Стоп, подождите. А, 12 тысяч всего. Что здесь произошло? Видите, спокойно он... О, там тележка юмора, ее там месят. И не забрал. Жесть. Так, а почему меня спешило? А, я понял почему. Вторжение. Священный разделочный нож. Еще один приятный пейзаж. Так, что у нас тут? А как туда подняться? О, мечевидный ключ. Лестница сейчас не помешает. Короче, я сюда пёрся. Ни зачем. Может. Подождите, может, в лачуге что-нибудь еще есть? Да нет.
Ну, типа, хотя бы, блин. Хотя бы, блин, телепорт. Ничего. Здесь ничего нет. И пройти дальше нельзя. А я так сюда хотел пройти. Так, внизу ничего нет. Да. Значит, не сейчас. Я вообще мало тут что исследовал. Конечно. Хотя вот, блин, этот луч показывает прямо на эту, на лачугу. Может, не сюда направо, хотя не направо. Какое-то болото. Черт побери. О, я вижу карту. Ну ладно, не судьба. Именно через 10 закончу. Стоп, я же сюда ходил. А почему я не доскакал? Это босса.
заскипнуть. Так, сколько там до коробок осталось? Минуты две. Да, пошла первая коробка. И вторая часть минуты. Я уже, наверное, не буду сейчас с этими боссами возиться и спать пойду. Раз, кстати, новую локацию открыл. Вообще красота. А, ну вот здесь я, кстати, был. Здесь меня из сундука телепортировало. И у меня босс упал с обрыва, и я лут не получил. Великий день. Какой-то Жоа Пауло выиграл, с чем его и поздравляем. Судя по имени, он испанец. Кстати, я стригерил только одного босса. Оказывается, так тоже можно. Чтобы не с двумя драться. О! Ладно, Джек и Роберт. За здравлямки и пора спать. Так, где у меня? Мои сопли тут раскиданы. Но, похоже, ни Джек, ни Роберт не дожили до розыгрыша. Все. Засим прощаемся.